Ну что, дождались? Давай! Давай! Боже, как же мы тебя ждали! Подключение к серверу. О боже, пустите меня на сервер! По-братски! По-братски, я хочу зайти в игру! Не-не-не, уведомления мне не нужны. Ура! Я вас всех, дорогие друзья, поздравляю с обновлением! Итого, мои билетики конвертируются в гемы. Всего лишь 59 гемов. Я мог бы получить намного больше боксов, но я просто на это забил. Потому что, ну, мне не особо было важно... Не особо было важны сундуки. Так, друзья, ну что ж, я сделаю скриншот. Забираем награду. Сразу ставлю ДНД. Итак, наконец-то, ой, ты родненький мой, боже, какой же красивый меню, ай-яй-яй, меню вообще секас, фон меню. Итак, новый сезон, Бравл Пасс, сейчас мы туда зайдем, во-первых, заберем, боже, я буду все скринить, пацаны, а что там так подарок моргает, нифига, а ну что в нем, представляете, сейчас Гейл падает, просто, а ну сейчас, не, ладно, ящики не буду открывать, забираем подарочный скин на быка. Окей, спасибо. Так, у нас тут акция, которую мы, конечно же, сейчас купим. Так, здесь у нас все... Так, горячая зона. Ого, это мы все потом будем тестить. Бравл Пасс. Ну что ж, активируем, да? Как активировать тебя? Уть! Ага. Разблокирую награды Бравл Пасс и дополнительные квесты. А я куплю сразу за 249 гемов, да? Ясно вам? Короче, вообще надо закинуть сейчас бабло, а потом общаться. Поехали. Я сказал, поехали. Итак, дорогие друзья, ну что ж, я купил гемасиков, 2000 гемов, но неспроста так много. Неспроста, мы сейчас будем делать просто историю. Я активирую Brawl Pass за 249 гемов. Вот, вот так вот, смотрите. Опача! И сразу 10 степов пройдено, зашибись! Дорогие подписчики, я обещал, что когда выйдет обнова, я своим фанатам, своим подписчикам подарю бесплатно Бравл Пасс. Целых 10 призов я буду сегодня разыгрывать. 5 призов от меня и 5 призов от моего сына. Да, вы не ослышались. С его бюджетика мы разыграем. Но вас это не касается. Короче, кто хочет бесплатно Бравл Пасс получить? Ребята, только сегодня участвуйте. На выходных сделаем итоги конкурса. Что надо сделать? Выполните всего лишь парочку заданий, чтобы получить бесплатно Бравл Пасс. Первое задание. Поставить лайк. Я думаю, это легко. Второе задание. Подписаться на канал и пригласить хотя бы одного друга. Это тоже легко. Подписаться на канал. И следующие два задания. Это подписаться на мой инстаграм и подписаться на инстаграм моего сына. 5 Бравл Пассов разыграем в моем инстаграме и 5 Бравл Пассов разыграем в инстаграме моего сына. И там будут новые фотографии, и там оставляйте комментарии, что вы участвуете в конкурсе. Самое главное, дорогие друзья, приводите побольше своих знакомых на мой канал. Или создайте, допустим, еще один аккаунт. Не, аккаунт не надо создать. Все, короче, подписаться, поставить лайк, подписаться на мой инстаграм, на инстаграм моего сына и оставить комментарии под последними фотографиями у моего сына в инстаграме и у меня. Результаты на выходных. 10 Бравл Пассов абсолютно бесплатно. Бесплатно по 10 долларов. Участвуйте. И, кстати, призы буду выдавать только деньгами. Это важно. Только деньгами. Ну что ж, я думаю, вы поняли, что я задонатил не просто так. Смотрите, куча квестов, которые я буду выполнять, может быть, потом, но не сейчас. Открыть оставшие ящики. Вот они здесь у меня. Давайте откроем парочку ящиков. Интересно, выпадет Гейл? Я, кстати, мне скинули скрин в ВК, в беседе, что выпал Гейл. Я просто с этого проорал. Ну ладно, нафиг он нужен. Мы сейчас его просто получим. Я задонатил гемасики, дабы все проскипать. Подписчики, поехали, скипаем. Пум, пум, пум. Пум, и потом все это будем открывать за один раз. Друзья, Brawl Pass длится 60 дней, сезон. Я реально думал, что сезон будет длиться 2 недели. Вот, ну я тупил, короче. Но теперь я понимаю, что Brawl Pass у нас будет 2 месяца. Соответственно, за эти... Опа, я Гейла открыл! Но мы его соберем в конце. А я могу его прямо сейчас забрать? А, нет, сначала с первой награды. Ну, блин, жалко, так бы я сразу его прокачивал. Я его сейчас буду сразу прокачивать, ребята, на фуловый уровень. Поэтому смотрите ролик до конца. Сейчас будем все собирать. Все, давайте за степ. Такс, чикс. Короче, на протяжении 2 месяцев я буду разыгрывать Бравл Пассы постоянно, друзья. Я буду делать розыгрыши, ну,
Может быть, даже ежедневно по одному Brawl Pass'у на протяжении 2 месяцев. Поэтому подписывайтесь. В любом случае, много моих подписчиков получат совершенно бесплатно Brawl Pass'ы. Большой ящик что-то не можем мы получить, даже за донат. Короче, все, полностью Brawl Pass мы прошли. Так, ну что ж, а теперь давайте все собирать. Это вообще прикольно. А ну, как это выглядит всего? Оп, мега ящик. Представляете, сейчас я и тут... А тут могу? Может, нижнюю черточку оставить, да, собрать до Гейла? Давайте до Гейла соберем. Представляете, он сейчас мне выпадет, я буду орать. Буду орать, если мне выпадет Гейл. Боже, капец, ну я же в никуда трачу сундуки, ну че я не могу забрать Гейла? Ну боже, ну, быстрее, где Гейл? Боже, в никуда сундуки идут. Просто в никуда. Итак, вот он! Ну что, ребят, момент истины, вы тоже можете получить этого персонажа абсолютно, абсолютно бесплатно, если подпишетесь на мой канал, поставите лайк, подпишитесь на инстаграм мой и инстаграм моего сына. Поехали! Вот он, любите... Как там говорится, любите жаловать? Прошу любить и жаловать. Так, ну что ж, Гейла, сейчас мы будем его прокачивать. Также мы получаем эмодзи впервые. Сейчас будем все это тестить. Ну что ж, погнали его теперь прокачивать, Гейла этого. Друзья, сегодня Гейла буду... Стоп. Сначала надо скриншотик сделать, что он у меня только вот появился. Вот, и дальше... Блин, неудобно. Сейчас микрофон отставлю немножко вот так в сторону. И будут... Блин, боже, такой красный. У меня такое освещение странное в комнате. Так, где мы остановились? Слушайте, какой-то хиленький Brawl Pass. Я его так быстро прошел за 5 минут. Блин, я такой красный, меня это кумарит. Не пойму, почему я такой красный. Так, ладно. Еще одна эмодзи. Забираем жетончики. Я очень красный, сейчас разберусь. Все, ребята, я немножко в комнате свет поправил. Я теперь немножко стал естественного цвета. Продолжаем. Новый значок. Так, большой ящик. Новый значок. Блин, так может даже не придется донатить. Сразу на фул его прокачаем. Чикс, чирикс, чикс. Интересно, прокачаем на фул его сразу? Куча эмодзи. Кстати, эмодзи вы будете получать те, которые... эмодзи тех персонажей, которые у вас есть на аккаунте. Если у вас нету Гейла, то и получить вы эмодзи Гейла не сможете. Вот такие пироги. Так, боже, сколько эмодзи. Слушайте, ну прикольно, прикольно. И новый скин, офигеть, сразу же. Я что-то как-то провтыкал. Просто нового персонажа и сходу скин на него. Так, еще купим вот это. А, все, Гейл фул. Мне донатить не надо, все. Я его сразу на фул прокачал. Да ты что, ты что, ты что? А ну давайте прокачаем. Ну стоп, стоп, в смысле не надо донатить? Ты что, холдик, попутал? А как же гаджет? А как же звездная сила? Естественно. Поэтому что? Еще потрясем немножко карманами. Я еще могу, конечно, фрипас. Кстати, я хочу замутить батл Brawl Pass против фрипаса. Кому больше чего выпадет. Прямо на новых аккаунтах. Если интересно, подписывайтесь, ставьте лайки. Скоро будет много. Опа, а вот и пассивочка. Надо гаджет еще вытащить. Давай гаджет. Такс. Окей, отправляет меня сразу в донат. Так, конечно. Так, ну гаджет сейчас выпадет быстренько. Давайте, гемасики. Давай, 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 Гейл. Мне надо... Опа, все, гаджет. Получается, на него же одна, правильно, пассивка? Или сразу две? Ну, честно, я пассивки обе видел. И это лучшие пассивки, которые есть на Гейла. Первая пассивка лучшая, которая есть. Ну что ж, поиграю я на нем в следующем видео, я для вас кое-что подготовлю, поэтому подпишись прямо сейчас и нажми на колокольчик. Мы, в свою очередь, что мы еще можем посмотреть? Давайте возьмем какого-то персонажа. О, а что это? А, квест, можно же квесты выполнять, ядри его мать. А ну давайте посмотрим, что у нас тут по квестам. Значит, нанеси 90 тысяч единиц урона Карлом. Ну давайте возьмем Карла. Он у меня 650. Пойдем с рандомами в геймграб и посмотрим, как это вообще выглядит. А, кстати, надо было в горячую зону пойти. Там же горячая зона, новый режим. Ребята, новый персонаж. Ждите, я на нем сейчас ни одной катки не сыграл, неспроста. И для вас, ну, я думаю, кто на стриме был, вы в курсе, что я для вас подготовлю. Сразу же после этого пойду беспрерывно его апать. Поэтому подписывайтесь и ждите, ждите видосы. Я вам сразу и оценку персонажа скажу, и покажу все, и расскажу, и фишечки. Ну, короче, ждите, это в следующем видосе будет. Я залетаю как... Опа! Ну, конечно.
Роза убьет. Меня же никто не хилит. Короче, побрал пасту, что сказать. Ну, а, кстати, эмодзи, надо протестить эмодзи. Нет. Чпок. Мне надо много урона нанести, чтобы выполнить квест. Я не знаю, 90 тысяч урона, сколько я закатку вообще наношу. Опа, здорово. Здорово, пацаны. Опа. А мы будем их убивать, нет? Хотелось бы. Есть. Собираем, собираем наградики. Она умрет, да? И я умру. Не, я не умру. И она не умрет. Мы живем. Мы тащим с рандомами. Нет, не умирай, плиз. У меня сейчас что, ульта есть? У меня есть что, ульта есть. Так. Надо залетать срочно с ульты, с ульты, с ульты, с ульты, с ульты, с ульты. Да туда ты помогишь ты, ну? Ну что за люди такие? Непонятно, кто на каком фланге вообще, чё мы... Блин, 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 надо добить. Да блин. Ну понятно, все, мы профукали. Ну у нас два мидера, у нас и Поко, и... Просто жесть, смотри, чё творю, посмотрите, чё творю. Добей, добей, Пэм, давай, давай, родная, давай, давай, ты сможешь. Вы сможете это сделать. Добили, нет? Не, не добили. У нас два мидера. Короче, ладно, неважно. Мне интересно посмотреть, сколько мы урона нанесли. Фу, меня бесит это. Фу, мы проиграли. Вау, теперь немножко по-другому все поражение. Видите как? Так, вот, смотрите, я нанес 54 тысячи урона. Так, в геймграбе. Нанеси 90 тысяч урона в режиме захват кристаллов и нанеси то же самое урона только на Карли. То есть я два квеста сразу выполняю. Слушайте, давайте да выполним квест. Я еще, я во-первых хочу выиграть катку, потому что мне не очень нравится, что мы проиграли. И во-вторых, я хочу выполнить квест. Поехали. Поехали! Не, у нас реально было два мидера, нам Поко не нужен был. Там Пайпер окей, а Поко вообще нам бы какого-то танка. Ну, ладно. Так. Оп. 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 Опа. Назад. Есть. Живем. Будем живы, не помрем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда-то я зашел не туда. Ай, не надо было выходить. Тихо-тихо, живем. Я умру, 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 умру. Убейте меня. Так, окей. Ну, у нас нормально. Пенни на миду стоит четко. Держит. Держит фланг. Кстати, изменение ж баланса было. Там много кого порезали, много кого бафнули. Вот, там Сэнди добавили урон. Пайпер немножко бафнули. У Пайпер тыки, по-моему, должны... немножко замедлять, отталкивать. Ну, надо это проверить. Я слышал, но не проверял. Вот, мне аж интересно это затестить. Но затестим это на стриме. Приходите, кому интересно. На стриме вы все увидите. Мы будем стримить с Светлшарком, Даркангелом сегодня. Залетайте. Итак, я думаю, я выполнил квест. Я думаю, я нанес много урона. Во-первых, а победа такая... А нет, вот, видите, теперь... А, чуть-чуть не хватило. Короче, ладно, я получу, если выполню и то, и другое, получу 200 жетонов. И эти 200 жетонов просто фух, и сюда в Brawl Pass залетели. Когда я нафармлю 500, у меня появится еще один Big Box вот этот. Все, я Brawl Pass прошел, можете меня поздравить. Вы тоже можете получить Brawl Pass абсолютно бесплатно, подписавшись на мой канал, пригласив друга, подписаться на меня и на моего сына и победить в этом конкурсе. Результаты будут на выходных. Приходите, я вообще буду разыгрывать Brawl Pass'ов теперь постоянно и очень много. Это очень крутая штука, и я надеюсь, что я вам этими Brawl Pass'ами буду помогать хоть как-то. Всем удачи, ждите еще видосы, нажимайте на колокольчик, а я погнал дальше. Вот этим персонажем наслаждаться. А я на нем еще ни катки не сыграл. Ждите, видос про этого перса будет чуть-чуть попозже. Пока!